Всем привет! Добро пожаловать на канал и очередное видео очередной части прохождения сюжетной линии игры Watch Dogs. Здесь неспешно ходит Тибоун, который попросил нас забрать его фургон. Что ж, туда и отправимся. Где находится этот его фургончик? Вот здесь. Это миссия «Последняя зацепка». Так, сейчас гляну, что у меня с навыками. Есть 5 навыков. Так, что это тут такое? Из дробовика по транспорту. Хорошая вещь. Возьмем. Так, а здесь у нас что? Увеличивает продолжительность концентрации. Ну, тоже пусть будет. Хорошо. Поехали. Целая толпа. Ты серьезный парень, Тибон. Глянем поближе. Итак. Вот фургон с мексиканской шляпой сверху. Тут у нас снайпер. Что происходит? Что? Ага. В чем дело, в чем дело? Пока ни в чем. А если в наглую? Ну, как-то вот так. Такс. Закроем, наверное, двери. От глаз подальше. Так, ничего пока не видно. Где наш сканер? Есть. Еще один останется. Хорошо. Так, нам бы какую-нибудь камеру сюда. Так, чуть не спалили. Сюда нельзя. Не допёр, что ты уже труп. Беги, я прикрою. Спалили. Ну хорошо. Хотел взять камеру. И получилось. Так. Всё хорошо. Сейчас спокойно найдем выключатель. Думай. Думай. Ну труп. Готов и ты. О. Так. Ага, тут опасные ребята. Добегался, урод. Найди укрытие. Твою мать. Еще один готов. Ладно, без паники. Просто заходят и отъезжают. Так, сколько оружия? Все это, я так понимаю, у меня уже есть. Ага, вот там еще один. Так, а ну-ка. Связь пропала. Куда они делись? Нужны люди. Узнать, что там вообще. Подъезжает подмога. Нам бы подмогу! Такс. Пару грем. Ну, еще одно. Давай, ты, пока я добрый, потом будешь.
Да, кстати, там же был снайпер где-то. А вот там еще один. Попадалово. Так, снайпер сверху, снайпер там. Возьмем нашу тоже. Так, кто это здесь? Это из подмоги, он не отметился. Так, понятно. Так, убийство стрелка, плюс 20 опыта. Больше никого. Вроде бы нет. Так, с этими разобрались. Что-нибудь здесь интересное у вас есть? Что-то у нас тут пригодится. Да, вроде нет. Так, ну что ж, берем этот Такос Мексиканос. Эль Фриджол. Ну да ладно. Такос Мексиканос. Поехали. О, какая забавная машина. Что же он так тащится-то? Чувак, ты реально угнал фургон? Так, секунду, проложим путь. Да, но за мной тут хвост. А, черт. Так, а что дальше делать? Что-то я не понял вопроса. Я не мог представить, что ты доберешься до него. Если он тебе нужен, соображай быстрей. Ладно, ща, так. Веди к моей фортуне. Подани его, давай! К искусству. Такс. Ну, поехали. Что там за искусство? Подани его! Да сколько же вас здесь? Что он там? Его, давай! Годовой запас выпивки. Врежься в него! О, как не вовремя. Они их к скульптурам. Устрою фейерверк. Пугаешь ты меня, Тибо. Дай! Он уходит! Взять его! Он с пушкой! Так, ловушку нельзя активировать, по-моему, нет. Ну давай, добивайся. Угроза устранена. Так, ну фургончик я привез. Что скажешь? Тут все пылает и горит. Чья жестокость шокировала общественность. Держим за тебя кулаки, дружок. Соцсети получил прозвище «Кровавый художник». Полиции нужна любая информация о подозреваемом и о Штраус. Я слышал о нем. Окунает руки в кровь убитых и рисует. Какая тварь. Молись, чтобы мы не встретились. О бункере заговорили. В каком смысле? В онлайне. Его заметили... Правда, в основном ламеры. Волноваться не о чем, я их сюда не пущу. Но нас пару раз пощупали. Пощупали? Один меня нервирует. Зовут Дефолт, и он спец. Присмотрю. Станет докучать, скажи.
Итак, значит, нам открылись миссии, я так понимаю, да? Так они и были, в принципе, расследования. Возможно, еще одна. Вот здесь вот две. Плюс диск, убежище. Кстати, туда бы неплохо было бы сбегать. Посмотреть, что там за запись. Ну да ладно. Сейчас опять наверняка кто-то будет звонить. Я угадал. Значит, теперь фургон на тебе. Твою мать! А ведь это может сработать. Надо освободить подход, чтобы пробраться в здание Блюм. Ты про вертолеты что-нибудь знаешь? Я не про те, что после второй бутылки. Имел с ними дело, да. Только к чему ты это? Предчувствие. До связи. Я не про те, что после второй бутылки. Так, это, конечно, интересно. И нам нужно вот сюда. И вот как раз и убежище. Так. Сгоняем, посмотрим, что у нас здесь. Так, вот как раз запись. Скачаем. Итак, что Блюм делает с нашими данными? Да-да, поглядела, простите. Шарлотта и ее люди не то чтобы врут насчет данных. Просто прут вперед. Делают жизнь лучше. И как всегда, голова не знает, что делает жопа. Вот, слушайте. Они уже поставили ценник на собранные данные. Обхаживают политиков и рекламщиков. Блин. Черти самому мэру устроили ужин при свечах. Вроде бы обычное дело, но зачем скрывать... Бомжево! Не надо. Что-то не так. А вот что? Это довольно интересно. Вот рассказали нам. Что же делают они с данными, которые получают просто на шару? Установили бесплатные точки Wi-Fi, ну и люди согласились о том, чтобы городом управляла вот система CityOS. Ой, какой здесь потрясающий вид. Да, шикарно вот смотрится со стороны Чикаго. Огромный мегаполис с небоскребами. Не зря, наверное, именно туда как бы ведет нас миссия, чтобы мы проезжали вот мимо и могли посмотреть, как все-таки старались дизайнеры и разработчики вот сделать такую красоту. Ух ты, что у нас тут? Целый лагерь. Шаги за спиной, называется следующая миссия. Начнем. А теперь мне надо пробраться в штаб-квартиру Блюм. Нигде без Блюм не обходится. Что-то они мутят, и дело не только в сети ОС. Надеюсь, Тибон знает, что делает. Так, на позиции. Что будем делать с вертушками? Погоди. Давай, сейчас! Так, как-то резко рассвело. Ох. Какой-то план? Ну, узнать, куда он сейчас? И зачем тебе это? Смотри, суть вот в чем. Блюм каждый день обновляет протокол безопасности и гоняет над Поуни вертолет с новыми данными. Так что он приведет нас прямиком к этому главе охраны. И тогда бинго!
Так, чертова вертушка, куда же ты летишь? Только бы не упустить. Так, тут где-то поворот. Ага. Сейчас он на трейлер-парке. По-моему, бред какой-то. А хотя, кажется, я понял. Многие из патруля ПУ не следят за безопасностью в Блюм и живут в этом гнезде параноиков. А глава охраны среди них? С полным доступом. Сломать. Помнишь охрану того фургона? Те же парни. Весь патруль из этих шизиков состоит. Экстремалы, правительство в топку, все дела. Люблю таких, вопросов не задают. Ломят тебе, и дело с концом. Да, точно. Нейтрализуйте обоих охранников. Так, это не просто шайка. Под ними половина парка. Помню, всегда так? Теперь это в норме вещей. С тех пор, как Блюм впухивают сюда деньги, здесь творится черт знает что. Не верю, просто осторожно. Эй, хочешь играть в игру древних греков? Отличная игра, в ней всегда выигрывают. Плевать. Если хочешь связываться с ней, то давай без меня. Я серьезно. Все честно. Без фокусов. Ты, я и Шарик. Просто ага. Будь внимательнее. И бабки твои. Так, ну понятно. Что нам здесь нужно сделать? У них даже мусорки для окурков CTOS такие вот. Модные. Так, надо бы как-то эту вертушку убрать, что ли. А то она тут всю контору палит. Так, там можно как-то где-то залезть. Он выглядит нелепо. Тут слишком много гражданских. И почему Чикагцы? Так, мы входим. Закрытую зону. Так, камера. Так, здесь можно кого-нибудь взорвать. Так, тебя надо нейтрализовать. Ага, помехи. А у меня гранат, как назло. Придется со СВУшками бороться. Не тот ствол. Ищи его! Шевелись! Осторожно! Это все было! Так, ну это был самый здесь злой дядька, которого я заметил. Так, ну вот эта вертушка меня очень напрягает. Или она тут так просто летает? А там еще вот один. Такса, ты улетишь или нет? Осталось две СВУшки.
Так, отлично. Тут никого, иду дальше. Блин, мне что-то вот с этим вертолетом то ли бах какой-то, то ли непонятно что, что он тут летает. Так, скройтесь или убейте членов патруля. Ага, тут еще вот взломать нужно. А, это вертолет, вот он меня и палит. Черт, не у тебя. Еще ага. Попробую. То есть я убил того, кого нужно. Ну, наверное, побежим отсюда. Оружие спрячем. Такс. Не будем ввязываться в лишние перестрелки. Отлично. Шаги за спиной. Часть третья. Задание выполнено. И очко навыка получен. Ну вот, доступ в Блюм открыт. Черт. А я все не верил. Почему это вдруг? Я реалист. Смотри, я тут пишу гнусный вирус. Стереть меня из системы. Да я жгу. А раз есть доступ и код, добро пожаловать в Блюм. Что с охраной? Да, точно. У них там жесть. Ага, но это ненадолго. Ты отслеживаешь их фургоны? Само собой. Кинь маршруты, повеселимся. Охрана там жесть. Где-то тут был мой мопед. Или я снизу где-то тут приехал. Ага. Стоит поставить мопед на дороге, как уже тут пробка. Итак, следующая миссия у нас называется как? Напролом. Но мы пробежимся по магазинам. Такс, сюда. Гранат нет, совсем плохо все. Так. Да, это вы тут разбегаетесь. А, пропал QR-код. Так. Впечатляет. О. А, это же ты. Так, есть этих максимум. Знаешь, а ведь мы с тобой так похожи. Это точно. Очень мы с тобой похожи. Так, вроде бы скупился. Ну, теперь можно идти на миссию. Ну, ладно. Так, отсюда снова полетим сюда. Тут недалеко. Что у нас здесь? Так, напролом. Да нет, напролом так напролом, а что-то тут объезжать. Это Мститель, его же все ищут. Ух ты, как она разворачивается. Итак, что у нас здесь за магазинчик? Кстати, можем зайти посмотреть, что тут. Гитары. То, что считаю нужным. Удочки. Салют. Как дела? Так, продать монетки, ожерелье продадим. Если ты ищешь что-то особое, скажи. Закупимся, мало ли. Ушел я с работы рано. Я всегда рад помочь. Отлично. Так, приступаем.
патруля Поуни в основном одни наемники. Если что не так, прощай бабло. Если я отвлеку их, они пришлют людей. Перекинут их с охраны Блюм. Итак. Так, а вот и маршрут блюмовцев. Петлять эти парни не любят. Что ж, сами виноваты. Угу. Так-с. Ну что ж, возьмем. Местный аппарат. Так, что у нас там? Три машины. Ага, вон они едут. Спихнуть с дороги! Игры закончились. Теперь все серьезно. Убили. Вот так вот, не хотят они останавливаться, когда на дороге стоит машина. Так, это я уже видел. Так, а вот и маршрут блюмовцев. Петлять эти парни не любят. Не любят. Что ж, сами виноваты. Такс, то тут и пешком можно сходить. Такс. Сюда, сюда, где-нибудь сюда, и на гранатке. Боже. Так, ну что, здравствуй, елка, Новый год. Расскажите, что произошло. Я звоню сообщить о перестрелке. Звонки в полицию. Всем отрядом. Запускаю сканирование сети ОС. Всем отрядом. Сканирование завершено. Высылаю координаты. Я в него врезаюсь. Ладно, прошу подмоги. Черт, одного из наших ранили. Отправляем одну машину на поиск. Бортану его. Остановится, тарань его! Стой, к обочине! База, дайте нам доступ к сети ОС! Убит гражданский. Плохо. Жаль гражданских. Так. Кто-нибудь 32 секунды. Или просто выехать за круг. База, он есть. Ушел. Надо разослать ориентировку. Уход от полиции. 225 опыта. А, тоже кидает опыт. Не знает, в чем дело. Это наш шанс. Черт, встретились бы мы раньше. Мы бы столько могли. Ничего. Все еще впереди. Ну что, твой вирус готов? Ну, почти. Да или нет? Да, готов. Вроде. Скажи толком. Я же не на прогулку собрался. Да не паникуйте. Пробьешься к серверам, сработает. И это легенда, которой бредит Клара. Кто, я?
Что? Да забей. Это легенда, которой бредит Клара. Так, что у нас тут? Компания «Будущее не за горами». Но прежде я бы хотел показать, тут есть довольно интересные места. Возможно, вас заинтересует прохождение этой линии, таких вот побочных миссий. Так. Лучше взять вот такой вот настоящий байк. Как ревет. Плащ развивается, ну все как положено. Мрачное такое место, с вот сразу музыка так меняется. Так вот щепетильно достаточно сделано. Здесь вот труп. Наша кровь смешается. Мы вены одного сердца. Кровь зверя. Я его ранил. Сильно ранил. Но он силен. Вот один из трупов. Вот такая вот сюжетная... линия не сюжетная, точнее, а последовательность. Нужно находить трупы, тут их 6 штук на карте. То есть вот я одного нашел, значит второй здесь, третий. Ну тут вышки просто нужно открывать, понятное дело, они здесь вот где-то еще вот будут появляться. Так, больше нету. Ну то тут вроде как не видно. Ну здесь вот просто вышки надо пооткрывать. Ну классно сделали. И я как бы финальную сцену, финальный вот этот вот, то есть завершение вот этой линии я сделал видео. Если будет интересно вам, посмотрите, есть на канале. Так, ну между тем компания «Будущее не за горами». Поедем туда. Ох, вот это я нашел пенек. Так, останавливаемся. Будущее не за горами. Часть третья. Тибон нужен мне в Чикаго. Придется ломать защиту. Офис Блюм. Там спецы. Геморрой. Я и так свечусь на радарах. Но после этого дела... Рейки не будет у меня в кармане. Серьезная станция. Сам офис Блюма здесь. Я около входа. Эй, будь осторожен. Здесь ты просто так не пройдешься. За этой территорией наблюдают. Если тебя спалят, замуруют сервера. И мы пропали. Короче, не попадись. Я понял. Так, не попадись. Так, камера.
помехи. Еще одна камера. Так, тут открыть. Тут открыть. Ага. То есть здесь полностью нужно проходить по стелсу. Так, готов. Никто тут нас не палит. Привлечь ничего не будем. Привлекать. Пока что. Сюда вот. Там есть камера. Там вот какой-то охранник. Оп. Пока сныкаемся. Надо бы просканировать зону. Так ничего не видно. Вот они. Спецы, значит. Вот геморрой. Так, у этого помехи. А что там? Тоже помехи. Главное, чтобы нас тут не увидели. Так, есть. Готов. Что же? Что-то тут не так. Так, здесь помехи. А что у вас? Тут есть камера. Тут тоже помехи. Солнечная батарея. Кого-нибудь взорвать — это милое дело. Он здесь, продолжаем. Ух ты, куда это ты собрался? Есть. Еще один. Камера. Никого тут нет. Иду дальше. Здесь никого. Иду дальше. Тут пусто. Продолжаю поиск. Провалена миссия. Нужно быть аккуратней. Заныкаться где-то. Я около... Хорошо. Эй, будь осторожен. Здесь ты просто так не пройдешься. За этой территорией наблюдают. Ну, уже проще. Отпалят, замуруют сервера, и мы пропали. Короче, не попадись. Я понял. Так, открываем. Открываем. Кто здесь? Так, аккуратно. Тут можно, наверное, и не убивать никого. Так, снова надо просканировать. Есть такое.
Ну, гранатами здесь пользоваться, я так понял, что нельзя. Только интересно... А, он просто видит, что напарник пропал. А? Оттуда звук был. Не найдете его, вам хана. Вот я косой. Хреново. Обыщите все. Такс. Пока сюда. Напоминает детскую шкатулку такую. Такс. Оттуда они видят. Сейчас глянем по камере, что здесь происходит. Вроде тут стало чище. Они тут на балконе тусуются, даже не в курсе, что тут происходит. Тут помехи. А у тебя что? Ага, тут какая-то запись. Блин. Вписался в какую-то невдолбенную теорию заговора. Хотя, если честно, я тут прикинул. Это же охрененно. Дальше делаем из мэра марионетку. Денег нам отвалили, резвимся дальше. Я хз, кто нам платит, зато потыкаем палкой самого Рашмара. И у нас будет совещание. Озвучу пару своих идей. А я тут такого напридумывал. А ну-ка. Просканировать щиток с помощью профайлера. Такс, тут еще будет интересней. Так, можно туда залезть? А если вот так рельсы поднять? Где-то есть тут камера. Допустим, вот так. Ну вот у охранника есть камера, но он... Что? Странно. Нет, ни черта он не видит. А так... Тоже не видно. Так, понятно, придется снова пробираться. Значит, потихонечку. Что за хрень? У тебя граната случайно нет? Есть. Чё за...
Твою мать! Так. Сюда, за машину. Есть. А, сюда попасть, значит, нельзя. Здесь никого. Иду дальше. Никого тут нет. Пойду дальше. Тут все чисто. Проверю в другом месте. Не спать! Так, Макс Пейн. Так, припасы. Какая-то фигня. Тут подъемник непонятно зачем. Я так понимаю, здесь никто уже не охраняет это все. Лучше шторку опустить, чтобы нас оттуда не видели. Или видят все-таки. Видит он. Так, секундочку. Ага, тут еще нужно, получается, тут еще сигнал какой-то. Так. Незаметно проникните в сеть Блюм. Хорошо. Тут уже можно заметно, незаметно бегать. Так. Ой-о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 й. Так, вот так. Или будет так. Или как-нибудь вот так.
Ох уж эти щитки. Так, надо его как-то отключить, да, чтобы не путался здесь под ногами. Так, теперь включить, вот так, отключить. Так, понятно, туда запитали, а теперь вот сюда надо. Я на месте. Вроде а ты кто у нас? Как запустишь шпиона, заработает вирус. Он найдет в системе мои данные и все потрет. Всего-то больше ничего не скачать, не посмотреть. Эх, такая надежда была. Центральный же все-таки офис Блума. Тут что-нибудь, какие-нибудь записи. Еще что-нибудь интересное. И шпиона не засекут? Не. Теперь только я буду за всеми следить. Мисс Гарнер, Дэмиан Брэнкс хочет поговорить. Дэмиан Брэнкс? И о чем же? Сказал, что о Раймонде Кине. Ясно. Пусть войдет. Да, мэм. Вот урод. Тибон. Готово. Имя стер, шпион на месте. Да, это я уже понял. Супер. Уходи оттуда. Секунду. Мне тут имя попалось. Один мой знакомый здесь. Проверю. Не глупи, с этими ребятами шутки плохи. Да я скоро. Вот фигня. Нет, перевод очень радует. Постарались все-таки. Голоса потрясающе все сделано. Насчет перевода. Город, харизма. 100%, гад. Стучишь? Разведенный ты, 47-летний. Мужлан. Сюда. Я вас слушаю. Значит, Рэймонд Кинни. Все по порядку. Я тут нашел некие файлы, очерняющие руководство сети ОС. Какие файлы? Очень ценные. И нет, это не шантаж. Не шантаж? А что? Все просто. Хочу отдать их вам. А если честно, что вам нужно, мистер Брэнкс? Мне нужен доступ к сети ОС. Меня Кинни. Файлы и мститель, как закончу с ним. Да-да, начальство этого не позволит. Но зачем вам знать? Кинни не совсем рядом, вполне. Разве не здорово? Прошу прощения. Кинни найден. Шевелитесь. Ах ты урод. Всегда рад помочь, если что. Тревога была. Проверьте все. Вот черт. Дэмиан все похерит. Он что, идиот? Кинни нам нужен. Надо его вытаскивать. Здесь никого. Продолжение. Не хочу умирать. Иду дальше. Смотри. Его нужно найти. Всем ясно? Вон там. Что за... Твою ж мать. Ранен. Не спать. Мы должны найти его. Готов. Т.
Так, что-нибудь есть? Может, какое-то оружие интересное? Видимо, грусть-печаль с вашим главным офисом. Ничего тут интересного. Ну так, архитектурка, конечно, прикольно. Ну, какие-то плюшки сюжет по сюжету выдавать тоже было бы неплохо. Так, куда мы тут бежим? Угу. Ага, вот и двери. Так, достичь. О, это вот сейчас погоня будет, наверное, в горячей крови. Погнали. Дэмиан слил Тибона. Сказал, что остановит меня и вот. Ну, пусть попробует. Уже гад пробует. Блюм знает, где ты. У тебя проблемы. Ты, походу, совсем запутался. Твоя задача — стереть мои данные из их системы. Это да. Но за тобой выехал патруль. Послушал бы интуицию, не совершил бы ошибку. Не вышел бы из комнаты. Пожалуй, да. Твою ж ты налево. Ладно, только давай поживей. Оу, стараюсь. Держись, Тибон. Так, где у нас тут поворот сюда? Прячусь-ка я. Надеюсь, ты стреляешь лучше тех парней. Так, спрячься, хорошо. Мы их пока просканируем. Есть такое. Возьмем пока снайперскую винтовку. И... начнем устраивать здесь кромешный ад. Так, переключимся на вот эту вот камеру. И еще раз. Не хочет умирать, но придется. А он прям под нее спрятался. Хорошо, так, их осталось здесь сколько? Трое. Снайпер. Так. Есть. И где-то еще вон снайпер сидит. Так, пробежимся. Что у нас тут? Оружие, боеприпасы, все пригодится. Есть. Так, значит, сменим на гранаты снайперскую винтовку на гранатомет. Здесь будет пулемет. Ну, пока возьмем в руки пулемет и гранаты. Да, вечером здесь вот рекомендую как-то или поспать, или что, именно проходить эту миссию вечером. Тогда взрывы, искры, все это очень красиво видно. Все чисто! Теперь дело за тобой. Ладно, надо двигать.
Походу, придется все тут взорвать. Нужно ловушки зарядить. А потом резко валим. Так, еще где-то один. Ладно, погнали, чел. Черт! Вот это я влип! Ну давай! Черт! Готов! Давай со мной! Так, предохранители. Подняли. Бомбы есть, но это не все. Там детонаторы срабатывают задержкой. Главное, не дать обезвредить. Так, С4 ставят. Затычки есть? Что? Без шуток. Для такого случая хорошая музыка. Готово! Хоть бы сработало! Погоди еще чуток! Совсем немного! Черт! Как ты? Жми на запад! Жми! Эй! Отлично! Получи! Да, мы задали жару! Мое искусство сносит башни! Черт! Видел? Это же мой грузовик! Они настроены серьезно! Blackout. Эй! Поищи вон там. Есть. Еще где-то здесь один. Где он тут? А, вот и ты. Готов. Ну все. Славно бабахнуло. Давай еще. Рванет через несколько секунд. Чтобы бабахнуло, надо будет подождать. Их нельзя подпускать. Задержи их. Так, задержать. Так, кого тут задержать-то? Давай, химич, взрывчаткой. Тут что у нас? Ну-ка. Уже почти! Мне это не нравится. Совсем. Ага. Давай, со мной! Есть! Бегом, бегом! Вперед! Мать твою, снайпер! Что за хрень? С этими парнями шутки плохи, Эйден. Черт, ты живой там? Здесь становится жарко. Вали его. Еще готов один. Так, вот какой-то баг с этим Тибоном. Он почему-то не прячется. Встретьтесь с Тибоном. Да тут ты и стоишь тут как вкопанный. Сюда! Весь бой простоял. Фух, еле отбились. Так. Ну уже, чел. Эй, говорил тебе, звездец близко. Вот, окажите честь. Погоди, ты. Да погоди ты. Пойдет в портфолио. Давай. Эйден, шевелись!
Следуйте за Тибоном к лодке. Что-то тут совсем не там взорвалась взрывчатка. Такс. Куда ж ты так убегаешь? Покиньте Пони вместе с Тибоном. Эй, извини, что все так вышло. Забей! Я уже столько всего терял в этой жизни, что меня это не парит. Завидую тебе. Я бы тоже так хотел. Если честно, чуть кирпичей не навалил. Но я рад, черт возьми. Несмотря ни на что, я свободный человек. Буду должен. Привет, Чикаго! Да, а вписка для меня будет? Ну, есть старая станция CTOS. Не бункер ли? Пойдет. Хочу уже сам увидеть эти файлы, из-за которых начался такой сыр-бор. Только не забывай, Тибон. Это выкуп за мою сестру. Можешь не волноваться. Ты мне помог. Моя очередь. Бункер. Каково оно? Ворочать триллионами байт информации, а? Ну, придется на время залечь здесь. А это кто? Не знаю. Она связана с одним старым делом, но кто-то не хочет, чтобы я понял, как. Вижу, все хорошо. А мне ты расскажешь, что случилось? Шпионаж, подкупленные копы, куча взрывов, милая. А ты кто? Это Клара. Клара, это Тибон. Также известен как легендарный Реймонд Кинни. Тибон? Не все тут у нас красавцы, детка. Нет, я... То есть... Блин, я твой фанат. О, аншанте. Ну-ну. Что случилось? Там был Дэмиан. Что? Как он узнал? Без понятия, он мутит что-то. Похоже, с Блем. Ты мне не говорил. Погодь. Выкладывай, во что ты вляпался. Без шуток, или хрен тебе, а не помощь. Так? Дэмиан и Блюм? Об этом можешь не волноваться. Я сам решу, о чем мне волноваться, Эйден. Послушай, мне нужно имя на сервере. Так что с тебя расшифровка, с меня файлы. Но есть одна заковыка. Эй, нам никак без эксперта. Там использован именно твой шифр. Нам нужен Реймонд Кинни. Ты уверен, что сможешь добыть этот файл, не попавшись? Нет. Ну, хотя бы честно. Ну что, тогда вперед. А Клара пока кое-что мне прояснит. Спасибо. Так, часть третья, задание выполнено. Да, у меня тут прямо банда собралась. Клара за мониторами, Тибон помогает со взломом. Джорди тоже без дела не сидит. Выясним, что прячет Ирак.
Итак, это была предпоследняя миссия третьей части. Значит, послушай. Наносила? В полне. Сочувствую. Я собираюсь бросить ремонт. Ты мне нужен. Ты мне столько не платишь, и я еще пожить собирался. Да не паникуй. Ты снайперка. Опять? Ну, это еще ладно. Да. Угадай, где я. Да куда уж мне. С нашим старым другом. Морис? Дай его. Кто это? Кто? Кто это? Не заговоришь, не отпущу. О, нет. Черт, ну же. Я не знаю. Поймите, я попал. Все вижу. Вижу эту девочку, и она. Все смотрит на меня. Заткнись. Я сказал, заткнись. Все, хватит, Нэйт, иди на место. Боже, что ты ему сказал? Встретимся там. В Росифремонт. Лады, договорились. Итак, новая миссия, завершающая третью часть, я чувствую, будет интересной. Джорди Чин еще ни разу не подводил. Так, ну что ж, друзья, вам всем спасибо за просмотр. Заходите на канал, будут новые видео, будут вас ждать. Желаю всем удачи, всем пока.